Австрия хочет создать центр Евросоюза по приему беженцев вне блока ЕС. Об этом заявил глава МИД республики в интервью изданию Bild. Себастьян Курц высказал мнение, что эти учреждения могут располагаться в таких странах, как Египет, Грузия или в одной из стран на Западных Балканах. Основное требование к лагерям – защита людей, которые пытаются нелегально попасть в Европу. Курц считает важным перекрыть мигрантам Средиземноморский путь проникновения в ЕС, который является основным. Вторым по напряженности остается Балканский маршрут.